После торжественных линеек, посвященных Дню знаний в Кунгуре, главных героев сегодняшнего дня, первоклашек и других школьников, ждал очень приятный сюрприз. В детской школе искусств имени Розен детвора могла попробовать свои таланты. Здесь играли в ложки, бубны, оставляли свои яркие краски и эмоции на доске пожеланий и обменивались впечатлениями о прошедшем лете. Радовали гостей в этот день своими творческими выступлениями музыканты школы, а первоклашки зарядили всех присутствующих энергичными танцами. Несмотря на то, что увлекательное, полное ярких моментов лето закончилось, ребята не переживают. Сейчас им предстоит очень насыщенное время. Детворе нужно включиться в образовательный процесс, ведь получать двойки из ребят никто не хочет. Ну а сегодня мы встречаем вас, наши первоклассники. И мы рады, что вы выбрали нашу школу. Конечно же, учиться в детской школе искусств очень трудно, но интересно. Мир искусства, он всегда интересен, любопытен. И чтобы войти в этот мир искусства, вам помогут наши самые любимые, самые хорошие, самые добрые наши преподаватели.